Эти Екатерина Гусева и Роман Костомаров. Я должен был сорвать Рому, она у него упала сама. Это юбка. Вот. И самое смешное, что мы успели войти в этот элемент и сделать разворот. Из-за этого, возможно, мы потеряли там 1-2 балла. При виде оценок, естественно, есть это какое-то недовольство. Если у кого-то больше, у тебя меньше, все равно мы спортсмены, всю жизнь зависели от оценок. Вот это ощущение, что меня вдруг посчитали, оно очень непривычно для меня. Обычно для меня как бы успех или неуспех измеряется в аплодисментах. Да, вот, правильно. Хорошо. Сейчас нам дано 6 дней, чтобы сделать новую программу. Она слушает все внимательно. Конечно же, иногда злится, может быть. Если что-то много раз не получается, и много раз ей об этом не говорят, то она немножко так начинает злиться. И он не дает времени на разучивание. Вот, вот так вот. Ну, и я неволей-неволей вдруг под его темп как бы вот подстраиваюсь. Нет, ну, Катя, а почему рука висит? То есть отсюда. Бам. У нее... Завод есть такой, то есть наоборот, как масло в огонь подливает, вот она еще больше-больше разгорается. Пожестче, Ром, вверх, вот пожестче. Вот я вам клянусь, может, это сложнее, но мне легче на зубцах, правда. Ну, я тоже завожусь, естественно, тоже начинаю немножко дергаться, злиться, может быть, иногда. Я вижу, как он сам заводится, вот он импровизирует, просто я его не догоняю порой. Соперник выигрывает у тебя тогда 100%, когда ты сам ошибаешься. Если ты сам не будешь ошибаться, будешь делать то, что ты можешь делать, тогда, естественно, это будет проблема для всех остальных. На лед приглашаются Екатерина Гусева, Роман Костомаров. Итак, первая зарисовка на тему Голливуда в исполнении Екатерины Гусева, Романа Костомарова. Одна из сильнейших пар, как мы помним, по прошлому соревновательному дню. Но вот им, я считаю, не совсем повезло со стартовым номером. Они открывают соревнования. Номер сложный. Да, были небольшие, маленькие технические ошибочки, где-то на скобочке, где-то потеря равновесия, ритма. Но в целом был очень хороший номер. И, по-моему, очень интересный. Зрителям понравился. А по поводу первого стартового номера при жеребьевке, я вот что хочу сказать. Татьяна Анатольевна Тарасова, председатель жюри нашего, очень часто повторяет: свой стартовый номер нужно любить, каким бы он ни оказался, первым или последним. А с другой стороны, выступили, и психологически теперь могут раскрепоститься. Ну, вот в этом движении просто начала торопиться. Илья Авербух, тренер всех участников нашего проекта, видите, тут же проводит работу над ошибками. Хочу на первый старт. Волновался? Я напомню, что неделю назад Екатерина Гусева с Романом Костомаровым уступили только паре Татьяна Навка-Марат Башаров, набрав 11,5. Такой вот балл по сумме двух оценок. Как будет сейчас? 5-6, 5-7, 5-6, 5-7. Средний балл 5,6. За артистизм 5-8. 5-7. Вторая оценка чуть-чуть повыше. 5-8. Первый. Средний балл. По-моему, ребята не очень довольны оценками. Телекатание. Общая сумма 11,4 балла. Итак, 11,4 ориентир для остальных дуэтов.
вопрос Татьяне Анатольевне Тарасовой. А вот ребята классно катались на самом деле и делали скобки, сложные элементы на самом деле. А я видел, что вы с ними приплясывали немножечко. Скажите, пожалуйста, вам понравилось? Ну, во-первых, я выразила это в своих оценках. Во-вторых, мне очень понравилась Катя. И все, что они там репетировали, они здесь сделали лучше, чем они там тренировали и репетировали. Потом были очень забавные вот здесь шаги. С поддержки спустили на одной ножке. Это вообще небывалый случай. Это редкость на этих соревнованиях. Вот, и здесь сделали довольно сложные шаги, называющиеся, так сказать, скобками. Вот, и все было очень, очень весело. Понятно, что Рома это может все делать, но то, что Катя, вот она стала лучше, я это вижу. Ребята заслужили эти оценки, да, и зрительские аплодисменты. Ребят, вы довольны своими оценками? Оценками довольны, они соответствуют нашему сегодняшнему прокату абсолютно. Расскажите, кто из вас выбрал такую интересную тему для выступления столь интересного фильма? Мы делали это, посоветовавшись, естественно, и совместно пришли к этой идее, потому что хотели сделать что-то необычное, более танцевальное. А тренировки у вас происходили, случайно, не от заката и до рассвета? Нет. В утренние часы в основном. От рассвета и до заката. Мы желаем вам удачи, будем ждать результатов второго этапа. До встречи. Спасибо.